Добрый вечер. Загружаем. Беду. Погода мне, как обычно, везет. Ну что, поплыли назад. Здесь мы нашли чего-то. А труба не появляется, да? Это просто как какой-то квест. Я думал, труба будет, а трубы нет. А что это такое? А так надо? Может, что-то еще есть на этом острове? Я не вижу никакой трубы, если честно. Привет, привет. А труба не должна появляться, да, это подзорная? Ну да. Да, вчера. Ну так ее-то нет в инвентаре. Ну вот, я так и подумал, да, что ее не должно появляться. Тогда я не буду париться по этому поводу. Угу. Ой, как красиво, как страшно. Ты сейчас ночь или день вообще? Сейчас у нас ночь.
Ладно, пока мы переедем в ту сторону, будет день. Наверное. Разберемся. Ой, прям мне в морду. А что это такое? А, это рыбы плавают так. Просто если прийти в определенную точку, запустится какая-то катсцена, связанная с этой трубой. Ну или просто появится какое-то текстовое сообщение. Так, что у нас здесь есть? Рыба, косточки. Косточки оставлю. Топор у меня заканчивается, да? Змеиный яд есть. Еда, вода. Что у нас с едой, с водой? Есть мясо. У меня есть кокос. И все. А, у меня есть еще здесь бамбук. Да. Ну, кокос я, пожалуй, съем. Правильно? Что ему здесь лежать? И мясо тоже вот так. То есть перестань, а пожалуйста, да хоть до утра, чтоб перестал. У этих гадов погода нелетная сейчас, да, я так понимаю. Срывал кокос, он под ногами валяется. Бы не заболеть. А под пальмой можно спрятаться от дождя? Вот мне тоже интересно такое. От солнца можно, а от дождя. Что-то не похоже, по-моему. Как лучше туда поплыть туда, в ту сторону, и выходить где-нибудь? Или пешком идти? Может, поплыть лучше? А чё я тогда здесь стою? Я могу с таким успехом пойти в дождь. Крабики ходят, смотри, не боятся. Потерял свой фрегат.
начинается. Ай, блин, я не то нажал. Ё-ё, ну что такое? Причем это второй раз уже. В прошлый раз я тоже так попал. И, кстати, я тогда сдох. Ой, блин. Ну что? Добрый вечер, Олег. Какие там охотники, уже нажал не на ту кнопку, сейчас не знаю теперь что делать. Сразу назад возвращаться, что ли? Ни плота теперь не будет, ни здоровья, ни еды, ни воды, ничего. Да иди ты в баню, слышишь? Не буду ничего читать. Верните мне мою... А это разные, получается, места, или он куда вернется-то? Я вот отсюда выплыл, правильно? Насколько я понимаю. Ну, где-то, примерно. Я хочу назад. Да, вот так вот. Даже вот так. Ёлки-палки. Сколько у меня всего откусится. Не хочу я сейчас по карте плавать. Чего хоть? Вот съешь мясо. Это попей. Ой. Ну, теперь у меня энергии нет, да? Очень хорошо. А листья пальмами и листьев нет. Ладно, я сейчас сплаваю сюда опять на берег. Тогда возьму пальмовые листья, чтобы сделать постель. В случае чего. А, тьфу, да, действительно. Спасибо. Я бы сейчас как этот. Всего тогда поворачиваем сразу сюда. Здесь много рыбы. Может, тут что-то есть где-то, а? Ой. Так, у меня же есть еще рыба. Она ведь не пропала. Нет, есть еще.
улицы. Ну, здесь что? Здесь просто каменюка торчит из воды, да? А дальше? Вон какой там еще далеко остров. Там то ли дым поднимается, то ли это дерево растет. Никак не могу понять. Красиво. Но ничего не видно полезного. Вопрос, то ли здесь высаживаться, то ли дальше плыть. А там будет место, где высадиться или не будет, неизвестно, да? Давайте до сюда пока. Где тут мои птички? Я уже морально готов. Физически нет, но морально да. Слишком быстрый олень, да. Я думал, здесь какой-то проход есть, обманка такая, а? Всегда будет где высадиться. О, здрасте. Вас-то мы и ждали. Ну, давай. Ну, давай уже, что там ослепло, что ли, вот. Получила, а? С первого раза, как я ее. Так, мясо забрать? Нет, не буду забирать мясо. А здесь у нас что? Тут прямо какое-то приглашение, прям пройтись. Да? Сделали такую. Прям приглашение, если представляешь, что там будет. Здесь я еще не был ни разу, кстати. А вот и ночь. Кстати, может, это дело можно переспать, а? До утра-то. Чё-то я по ночам шастать буду. Ничего не видать. Пойду я посплю, у меня же энергии мало. Камни мне нужны? Камни мне нужны, кстати. Топор. Что еще нужно? Ну, пока ничего вроде. Еще мне два топора. Не очень ясно. Ну, пусть будут.
Что-то валяется, эта птица уже, я которую убил. Процентов шанс схватить какую-то болячку. Ну а что делать-то? Да я вижу второй. Привет, Финн. Так. Ну вот, насморк, пожалуйста. Все, готово дело. Ну ладно. Первый уровень пройдет, да? Врача вызывать не будем. Здесь классное место такое. Под камнем. Так. Теперь здесь узкий проход. Сейчас на меня будут сразу все нападать или поодиночке, интересно. Вон, я вижу, уже поскакала. Поскакала лень. Покажите, это собаки стрекочут, нет? Тут прям миллион всяких интересных штук. Вон еще одна собака. Давай, иди уже, чего. Вон еще одна, ничего себе тут. А это что? Он где там? Ты где, гад? Так. Кто меня кусает? Еще один? Отлично. Отлично. И у меня ничего нету, да? Топор. А, есть лук и стрелы. Ну, ты то хотя бы. Пойду выручать теперь. Нет, не сюда. Свои пожитки.
вроде один, да. Выстрелить вообще невозможно. Ну, по крайней мере, я не могу. Смотри, он меня тут караулил. Он знал, да, что я пойду этим путем. Ну? Хитрый какой, а? Я значит, что бежит скалу, меня за жопу как-то кусит. Вот это будет номер. Может, он сдохнет там где-нибудь? Кабан же сдох, когда ему засадил копье в голову. Шакал это, кстати, а не волк. Написано. Ну, в общем, нам-то, конечно, все равно. От кого... как его зовут? И от кого погибать? Во-во-во-во. Как же от него... от них... ворачиваться вообще невозможно. На. Гадина. Так, ну я не буду на тебя тратить время. Так, а, ну да, надо же здесь все... Да, это засчиталось, эту арку. Арка засчиталась. Теперь здесь книга. Я забираю. А это что такое? Червячки. Тут собака. Тут какой-то... костер, не костер. Там глиняная фиговина. Угу. Стрелы. Еще стрелы. И подаркой там еще. Так, собака, давай. Может, я тебя так это... А, стой, только не двигайся, пожалуйста. А, хорошо, зашло. Одной проблемой меньше. А, это следы. Я думал... Это следы. Ну да, я же там прокачался до того, что ранен... можно раненого зверя преследовать. Ну вот это вот точно моя стрела. 100%. Да, я так и понял, что там... Ну это же такая же штука, как была в той части острова. Только еще и вода есть, да? Кроме глины. Так. О, вот это я хорошо зашел. Да, это... Это да, это я согласен. А вон еще эти. А, ну смотри, там и собаки, и волки вместе живут. Ну, шакалы эти.
Знаешь, здесь надо снайперская винтовка. Так, чпок, 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 и все. Ну, я даже не знаю. Там, а, ну да, там эти. Надо еще туда подойти, наверное. К тому костру. Что это такое? Апельсинчики, да? Да. Лягушачьи, да, это про ядовитую лягушку. А это какой-то охотничий ритуал описан. Все здесь, что ли? Стрелы. Костяные, кстати. Костяные, обсидиановые, 10, каменные, нет, стоп, так, обсидиановые, 10, обсидиановые, каменные 4 и костяные 7. Ну, может, к обсидиану, а если сюда их, это здесь, да, как-то, вот надо их поменять, наверное, местами, чтобы сначала обсидиановые шли. Чтоб так сказать, с первого раза. Там еще и птица летает. Как же туда подобраться-то? А здесь никого нет? Это вряд ли же никого. Камень вижу там. Живности? Да ладно, одна стрела не страшна. Вон их, смотри, раз, два, о, тут надо пулемет целый, слушай, сколько их. Привет, батик. Тут целый пулемет нужен. О, смотри. Ну давай еще раз. Они нас сейчас убьет еще. Будет обидно очень. Получила. Ой, может, туда не надо ходить, а? Что-то мне так вот... Что-то мне так кажется. Может, не надо? Может, на плоту есть, не знаю. Пошел один. Ну да. Может, она и есть, только на плоту. Я не помню, брал я или нет. Да. Там две собаки. Они сейчас на меня. Может, сначала с собаками разобраться, если получится. Они сейчас на меня все как набросятся, и все. Ох ты, смотри, какой я молодец, а попал. Ну они, смотри, как реагируют-то. Мгновенно. Сразу понимают, откуда стреляли.
А, вон еще одна. Нет, моя стрела, вот она. Я ее заберу. Там еще одна собака. Давай, иди же сюда. А, вон еще одна. Ой-ой-ой. Что-то вас тут слишком много, нет? Ну давай. Ну давай. А, я не достаю тогда. А так. Что-то захромало, захромало. Чпок, уже не хромает. Чпок, и это тоже. Что-то я стрелять из лука, что ли, научился наконец-то. 20-часовой игры. Так, а лук-то еще я. Копью конец приходит. Копью конец. Ну, лук еще кое-как. А копье все. Сейчас, может, кого-то удастся подбить. А наверх-то не забраться, нет? Я бы так сверху, как настоящий снайпер всех так. Бац, бац, бац. Ага. Размечтался. Сколько тут уже? Полдня прошло. Я отсюда не достанусь, да? О, смотри, они там воют. Не, вроде успокоились. Да, наверное, пойду-ка я. Куда они там направились? Ой, 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 вот он, вот он. Ай-яй-яй, спасите, помогите. Куда же я пошел? Не в ту сторону куда-то я пошел, явно. Или это они меня так окружают, хитро? Я ухожу, все, успокойтесь уже. Я ушел, меня нет. Я не туда пошел просто. Да, палок много здесь. Я надеюсь, они здесь нигде засаду не устроили. Да, Олежка про их скачет. Да, у меня с едой, с водой все нормально. Сейчас восстановлю себе здоровье. Наверное.
Чё он так далеко припарковался? А, рано, да? А я не делал эту. А я не делал никакой бандаж. Кстати, у меня есть и уголек, и веревка. Бандаж я не делал. Так оно что, не восстановится ничего, да? Или восстановится, но мало? Не восстановится ничего. Ай-яй-яй. Ничего делать-то. Так листьев нет. Листьев же нет. Я имею в виду этих сплошных. Там я не вижу них нигде. Ну ладно, что-нибудь случится, либо пройдет, либо не пройдет. Я пока поплыву тогда дальше. Что-то мне к той глине соваться не особо хочется. Я что там из глины делать-то уже? Я не знаю, что здесь осталось. Удочку сделать. Карту нарисовать всю, да? Ну, на другие острова сплавать. Это понятно. Можно совершить кругоостровное плавание. Вон на тот остров можно сплавать, да? Ну, или там какие-то камни, или остров. Сейчас поймешь, там что там. Или туда не поплывешь, или туда не поплывешь, туда он скажет, туда он выкинет на, может быть, на карту опять. Или можно на тот остров поплыть. Вот. Вот на тот. Угу, понятно. Я так и подумал, что через карту, да? Так нельзя. То есть он есть, но его нет. А может здесь что-нибудь, а? Сейчас я посмотрю. Ничего не видать, да? Что-то мне к той глине не хочется почему-то. Да, красиво сделали, все, молодцы. Молодцы просто.
Здрасте, моя радость. Ну давай. Олег, пока. Спокойной ночи. Что я хотел-то? Мне нужны были листья, да, чтобы поперевязываться, палки на костер, ну, предположим, да, чтобы сделать. Там этого копья на один удар осталось. Тихо, блин, эти курицы. Меня доведут до инфаркта когда-нибудь. Тут вроде ничего нет такого, да? Полезного. А это что? Ничего это? Вроде ничего. Вон палки я вижу. Какие-то пироги, да? А зачем мне мелкие камни? А, починить копье, точно. Слушай. Не успел я, да? Сейчас, сейчас. Так, это есть. Камни где-то были. Где-то я их видел. Но мне же еще листья надо. Копье починить. Так. Ну опять ночь, как видишь. Опять ночь. Как обычно. Так, а где же листья-то взять эти? Сплошные.
Ну, на берегу-то их не будет, надо все равно где-то идти туда, где трава. А лук как чинится? Веревкой, блин. А веревка у меня, по-моему, там одна. Опять собака. Ну что ты будешь с ними делать, а? Ну иди уже, иди сюда. Еще не видно ночью. О, вижу. Давай. Ну. На. Так, а этого с первого раза не удалось. Ну, можно приноровиться, видишь, этим каменным копьем, если удерживать левую кнопку мышки, то есть бить силой их. Не тыкать просто, а бить. То можно с одного раза собаку убивать запросто. Но надо, конечно, подгадать. Она побежала, как там все, как ни в чем не бывало. Или она собирает сородичей на битву. Я, пожалуй, пойду. Не? Можно. Мне же интересно найти. Ну, просто здесь, может быть, не растет вообще. У меня рыба есть, она еще вроде не сгнила, но уже почти, да, кстати. Можно приготовить. Так, пойду-ка я действительно попробую так. Пальма здесь есть, рыба у меня есть. Ветки я собрал. Замерзает бедняга на тропическом острове. Ракушки даже есть. Крабики бегают. Тут я ничего не, тут я не пропаду. Вон кокосы висят. Так, что я делаю? Костер, да? Костер. А где у меня? Здесь же с собой нет, конечно, ничего, да? Давай. Бери. Эту. Розжиг. Вот это. Косточки сюда. Червячки сюда. Книжка тоже не нужна. Вот это я точно не нужно. Я его выпью 100% случайно. И у меня только одна рыба, а что вся... А, вот еще одна рыба. У меня две рыбы. Крабик, ты прям так вот нарываешься, да? Чё так много добавил? 6 часов? Я что, все добавил, что у меня было? Все ветки? Ой, он еще не может разжечь огонь. Я тебя прошу. Утро настало уже. О, и все, весь дебаф прошел. Пока я здесь. Я пошел спать, ребята. Надеюсь, я не сгорю. А, стоп, куда спать? А рыбу пожарить. Подожди, спать. Рыба.
Подождите, что такое, что происходит? А, нет. А, точно, надо разделать. Блин, да что же я такой? Не только мясо надо, наверное, да? Что-то я все забываю, думаю. Во, сколько здесь времени? Час 40. Надеюсь, я не сдохну. Так там же надо искать эти. У меня есть дома что-то такое. Там. Сейчас, ладно. Я хочу. Что я хочу? Поесть, попить. Вот, я хочу. Я хочу поесть, попить. Да я знаю, что в рыбе, знаю. Мне ж поспать надо. Поспать хочу очень. 38, 44, 50, 56, 62, 68. И рыбу. Опа! Ну что, ты не сгоришь, пока будешь спать? Надеюсь, что нет. Ну, немножко добавляется, да. Половина жизни. Во, здоровый какой аж. Я знаю, что тут плавник этот. Вот он. Ага, нож приказал долго жить. Понятно. А у меня есть камень, по-моему. Оп. Этот нож я... Дестрой. Чё и время на него надо, да? 10 минут. Ничего себе. Как он его может уничтожить за 10 минут вообще нож? Он уже съел он его. Интересно было, было бы узнать. Подождите, подождите. Не вот это, не эта рыба. Вот эта рыба. Так, вот и вечер пришел. Здесь 64, здесь 63. Можно еще. Теперь. Ну, не густо, сказать. За 10 часов вот это все? Это, наверное, надо еще поесть, попить. Что-то я, мне так кажется. Еда. Вода. И сон. О, ну это уже лучше. Эх, хорошо. Фух. Да. Ну ничего, теперь можно опять погулять, да? Привет. Ой, как это читается, я не знаю. Ник. Ну все равно здравствуй. А что ж здесь есть? Ну тут есть какая-то опять дорога есть. Куда-то в скалы. Тут есть курочки. Вон собака бегает. Может тебя уже убить, собака, а? Ты же мне все равно жизни не дашь. Иди сюда. Ну давай. Что-то она не хочет. Это, наверное, той, которую я же копьем в нее ткнул. Она уже что-то знает. Она уже ничего не знает. И никому не расскажет.
А что у вас тут? Дают. Ничего, что ли? Тихо. Ты сейчас как прыгнешь. Вон, опять собаки. Давай. Может, я тебя так грохну? Без личного контакта. О, хорошо, какая. Так, на лук нужна веревка. Веревки нет. Понятно. Вернее, веревка есть. Ой, где тут моя стрела? Вот она. Какое-то подозрительно пустынное место. Надо, наверное, туда идти, правильно ведь? Вот в эту вот арку. Оно ж понятно, что по плану туда меня зазывают. Левел дизайнеры. Тихо. Я слышу. Я слышу тебя где-то. Вон ты ходишь. Одна. А вот, ой, вторая, третья. Так. Где еще? Давай, иди сюда. Ух, блин, не попал. Тебе попал. Ну и она меня погрызла слегка. Погрызла. Так, ничего не видно. Вроде бы как будто тут ничего нету. Но это же неправильно, не так, наверное. Ой-о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 й! Блин, допрыгался, да? Молодец. Ноги себе переломал, да и все. А тут ничего и нет, да? Ну, может быть и нет, кстати говоря. Может, они вообще эту... Какая-то недоделанная локация. А я тут прыгаю, ноги себе ломаю. Так, где же взять листья-то эти, чтобы сделать себе, чтобы перевязать свои раны? М-м-м.
Да, и снова спать. И снова спать. Ну так нечестно, игра. Ой. Да. Что делать? Точно, что надо идти просто спать, ложиться, да и все. Так скоро до дома дойду уже. Камни, ракушки, что хочешь есть, кстати. Кроме того, что надо. Место для рыбалки. Еще какая-то арка здесь. Такая прикольная. Вон какой пляж. Что такое аккуратно? Что ты меня пугаешь? Ну. Так, все. Я ушел. А, у этой арки. Не, я в арку пока не собираюсь. Куда я с таким здоровьем в арку пойду? В арку с таким здоровьем не ходят нормальные люди. Раны нельзя промыть соленой водой, например, не? Так не помогает? Очень плохо. Так, что у меня есть? Еще есть кокосы. Есть 3 кусочка рыбы. Да. Есть трана, которая может вообще загноиться. Вполне себе. Это как, кстати? Глина с яйцом. Ну да, или обычный бандаж. Ох-ох-ох. Шанс восстановления 40%. Ну, да, может и повезти, конечно. А может и нет. Неужели нет листьев этих? Ну что это такое? Ну как так может быть? Ну как? Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Мне же не надо много. Мне же чуть-чуть. Один. Лучше 2. Нет, я просил не собаку, я просил листья. О, там, кстати, что-то лежит. А, это, наверное, труп собаки лежит. О, какой я молодец. В камень попал. С первого раза. Тут одна, а там вторая, здесь третья. Еще 3 штуки здесь. Это что-то слишком много. На меня одного. Да что такое? Только сказал, научился стрелять.
О. Тихо, что ты лаешь? Спокойно. Никого нет здесь. Да что такое? Ага. Только стрелы перевожу и лук. Лук все. Ну, лук придется ремонтировать. Веревка, не веревка. А придется. Все. Я теперь при луке опять вот. Ладно. Опа, а это что? А это же листья. Там, наверное, собаки, волки и один крокодил еще был. И змеи, да, и змеи. Здесь только крокодилов еще и не хватает. Да я слышу, да. Я слышу. Но не вижу. Собаки. А я тихонечко, можно прокрадусь так, тихонечко, тихонечко. Никто меня не видит. Оп. И я отползаю в сторону. Хорошая идея. Как, еще крокодилов, говорю, здесь только не хватает. Грин Хелл можно поиграть. Там, правда, по-моему, какие-то крокодилы были не очень. Такие себе были крокодилы. Может, я что-то путаю с какой-то другой игрой. Но, по-моему, там... Вполне себе такие крокодилы, с которыми можно было справиться. Крабики, не провоцируйте меня, пожалуйста. У меня еще рыба есть. Фух, надо же надо теперь сжечь эту фиговину. У меня нет. Да. Растопки нет. У меня же нет растопки. Здесь. Да? Нет, конечно, откуда? Растопки нет. Ну ладно, может, я и так справлюсь. А может быть и нет. А. Да, и палки. И топливо. Так, тут кости. Кости явно не годятся. Где-то же были здесь палки. Хоть какие-нибудь длинные, короткие, я же на все, на любой согласен. Или это мне мерещилось? А, вон же палки, точно, вот там. Целое стадо курей бегает. Целая ферма. Еще уже, чего раз пришел. Еще пока есть силы, ломай. Лучше бы они здесь сюда добавили какое-нибудь животное. О, палка валяется бесхозная.
А я пальцы себе ломаю. Большое какое-нибудь. Хотя большое будет трудно убить. Нет, я имею в виду мирное, мирное. Не мишка, а мирное. Типа слон или что-нибудь. Жираф какой-нибудь. Но его же сразу захочется убить. А вот что-нибудь такое добавить, чтобы убивать не надо было. Ну или нельзя. Я уже не знаю. Разожги костер, будь человеком. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. О. А, блин, еще надо спать пальмовый лист. Давай сюда, давай вот это. Здесь, наверное, будет проще. Тут там еще собаки какие-то ходят. Бандаж. А чего не делается два? А, два надо таких листа? О, блин. Ну ладно, ну хоть один сделай же хрен с тобой. Я думал там по одному. Это я не подумал. Это я виноват. Ладно. Лечись. Ну вот. Да и дождь пошел. Отлично. Отлично просто. Костер погас. Дождь пошел. Ну что, мне спать под дождем прикажете или как? А как, кстати, делается навес? Вот я вот что-то... Я его ни разу не делал. Четыре длинные палки, веревка. О-о-о-о. Ну нет, да, нет. Пещеры здесь нет. Ну, то есть она может где-то и есть в двух шагах. Значит, надо знать, как ее найду. Ну, хоть восстановлю. Ой, дождь не перестал. Ничего себе. У меня уже сопли из носа. Все, готово дело. Ну и что будем делать? Ну как что, надо пожрать, попить, как обычно. Пока все это дело не сгнило. Так. Что-то мне в эту арку не хочется соваться без пулемета пока. С таким здоровьем еще. Я поплыву пока дальше. Плот еще хоть выдержит. А, ну еще больше половины. Надо мне ни волков, ни собачек. Я так скоро до дома доплыву. Куда ты я так? Куда ты плывешь? Куда ты плывешь? Давай. Не? Все? Сел на мель, гад. Что теперь будем делать?
вот это вот тоже, но это же неправильно. Что стоит? Что стоит, спрашивается, сделать, ну там, функцию оттолкнуть? Ну, делают же так. Есть же этот Stranded Deep, есть там, можно эти плоты толкать, вытаскивать на берег. В воде нельзя толкнуть, по-моему, там. Да, ну как ты в воде толкнешь? Скорее сам оттолкнешься от плота. А когда на ногах, можно. Можно взять, вытащить на берег, и никуда его не унесет. И нет никаких проблем. Ну как в жизни, чего? Это же не сложно. Наверное. Раз другие делают. Ай, помогите. Я пробую, да. Ни вперед, ни назад, гад, не хочет. Не идет. О! Кто-то пошел. Бочком, да, бочком. Будем ждать прилива, о! Давай, 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 давай. Реверс. А теперь вперед. И направо. О, хорошо, отпустила его. Долбанный Титаник. А это что такое здесь? Это рыба, да? Никакой пещеры нет, случайно. С костром, постелью, с едой. Эх, вот такая вот жизнь. А это что впереди? Камень какой-то просто, да? Опять он за что-то зацепился. Вот гадость. А? Ну давай! Добрый вечер, Саймон. Так хочется ж посмотреть, что на берегу. Ну, собственно, я уже приплыл. Вот это же вот эта вот скала наподобие Аюдага. Да, и там... Это просто камень, а? Или не просто? Ну-ка я посмотрю. А что это такое тут красное растет? Это водоросли, да? А, кстати, по поводу кораллов. И по поводу акул. Акул здесь нет еще? Это что такое? Это водоросли. Видишь, кораллы обещанные. Да, вовсе не так уж плохо, кстати. Так оно и есть. Но это тоже не то. А? Эти штуки, говорят, было написано, растет возле входа какие-то подземные пещеры, что ли. И где здесь у вас подземные пещеры дают? Не? Вот это там, что ли? Только подожди. Беспал. Добрый вечер. Или... Ну, или, может, не вечер. Так, надо ж пропомнить про... Помоги... А где плод-то теперь? Я не вижу... А, вот он, фух. Выносливость же тут падает, когда плывешь. Можно и утонуть. Ну-ка я туда подплыву. Подгребу.
Так, ну-ка, стой. Все, приплыли. Ну так ничего не видно, да? Никакое-то мое суперзрение ничего не показывает совершенно. Ну ладно. Тут не поплаваешь, ему половина воздуха хватает, чтобы донырнуть. Никак. Можно там чуть-чуть. Пару грибков и назад. А что у нас тут? Ноль очков. А, ну, собственно, здесь же и нет на... Крафтинг... А где свиминг? Свиминг. Третий. Здесь много уровней получается. Да? Здесь четвертый на полную. Здесь четвертый на полную. А здесь третий вон. Чуть-чуть только. Чуть-чуть. Да, вот 10% кислорода. Скорость прибавляется. А, недоступно вообще в демо, что ли? Или недоступно что-то тут закрыто? Тут, наверное, что-то еще будет. Но я сейчас нарвусь точно. Я в этой игре уже чего только не умирал, только не тонул. Давай, всплывай. Да, наверное, перки какие-то. Опять я потерял свой плод. Ну что такое? Э? А почему его не видно? А нельзя подпрыгнуть? Вот, я нашел. В воде нельзя подпрыгнуть. Да. А, да, точно. В. Да-да. Да-да. Я про него все время забываю, между прочим. Ну, ладно, ни шиша здесь нет, короче говоря. Давай плыви дальше. То есть, может быть, и есть, но... Как туда донырнуть, непонятно. А может, там, может быть и нету, чего тут нырять так просто. А хотелось бы. Так, что у меня? Насморк. Легкое ранение. Я мокрый, понятно, и замерзаю. Ну, в общем, не так и страшно. А вот уже и мой дом, кстати. Ай-яй-яй. Здесь ничего нет? Вроде ничего. Что-то есть хорошее или нет? Или это так просто? Для красоты. Ладно, плывем. Плот надо чинить. Удочку надо делать. Да? Кости есть уже. Теперь я могу сделать удочку. Наверное. Попробовать порыбачить. Потом останется поплавать по островам. Да, по глобальной карте. Ну и, собственно, и все. А, по квестам.
Ну, можно, конечно, но, в общем, в демке это же не имеет большого, я думаю, смысла. Тем более, что я, по-моему, был везде. Ну, может быть, не в этой игре, может быть, в предыдущий раз, когда я играл, да? Но... А может и не везде. Три арки и обсерватория. Ой, пардон. Здрасте. Давно дождя не было. Но сейчас приедем в Атаку. Доберемся до пещеры, будет вода. Не так уже плохо. Ну, в общем, шакалов тоже можно убивать, в общем, без проблем, без особых. Если бы хилки нормальные с собой, которых вообще непонятно, как сделать. Где взять эти кораллы? Ну что, паркуемся где-то здесь, да? Опа. Да, писал. А где кораллы? Значит, я забыл. А, ну давай махнемся. Я тебе дораду, а ты мне кораллы. Через... Вот там? Серьезно? Прямо у меня под носом. Сколько тут еще? Ну еще полчасика можно. Сейчас я пойду хоть немножко обсохну. Кстати, что-то забрать, наверное, надо, нет? Да, может, посплю? Да нет, контейнер. Вот эту пакость надо забрать под... Это можно сюда положить, наоборот. Это забрать. Стрелы можно сюда. Червячков я заберу. Дойду я? Дойду. Так, вода. Оп. Так. Подожди, подожди, подожди. Стой. Еще не все. Еще вот это. Так, две. Хорошо. Сейчас я вернусь к тебе, сборщик воды. Так. Тут у меня домашние жители мои. Как родные уже прям. Там тоже кто-то был, нет? Так, яд. Веревки надо забрать с собой. Палок куча. Листья такие, листья всякие. А червячки тоже портятся. Блин. Ужас какой. На палки, кстати, я на... зачем? Если их не, ну, не надо, палки. Палки мне сейчас пригодятся. А есть у меня какая-нибудь растопка? Нет у меня растопки. А лягушкой нельзя растопить костер ядовитый? Наверное, нет.
А вторую, я же второй кокос выбросил, да, по-моему? У меня рыба сейчас пропадет. Надо ее срочно сожрать. Растопка, растопка, растопка. Ну ладно. А мне надо было от насморка красные эти цветы, да, по-моему? И лист. Кстати, у меня... Тихо, да возьмишь ты. А, он не может, не, некуда. Возьми лист. Ну что, без растопки, давай. У тебя получится. Вот гадость, а. Угу, да, это оно. Ну давай, жри теперь, что приготовил. Эх, его хорошо так пробирает. Но рано осталось еще. Но зато ему теперь тепло. А рану еще чем можно? А, там глина и что-то такое. Нет, не годится. А, нет, только... Только такое. А на такое нужно две, да? Сейчас, 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 сейчас. Вот, вот, вот она. Два листа. Тут недалеко есть вроде бы. Так два листа надо, а у меня один. Может быть, где-то здесь есть? Нету. Я знаю, что бандаж. Надо хоть поперекладывать как-то все это. Ну ладно, может, она как-то рассосется вообще. Так, как сделать удочку? Еще раз. Когда-нибудь у меня это получится, может быть. Удочка, косточка, длинная палка и вот эта штука. Я думаю, что у меня все есть. Что-то мне так кажется. Так. Косточки я куда дел? Косточки были. Или они на плоту остались? На плоту, наверное. Сейчас опять промокну. А, кстати, надо все равно воды набрать. Воды набрать надо. Во. И попить надо. Во. Чтобы аж булькало, чтобы внутри. Это я пришел. А вот, кстати, растопка лежит. Блин. А я мучаюсь. Так, так, так. Не, не то. Не то, не то. А, это руками можно. Да, что-то я к верстаку. Ну, хорошо. Дождь, даже дождь перестал, когда я удочку сделал. И сандалии с меня свалились. Понятно. Тебе что надо для ремонта? Это я сейчас отремонтирую, это не страшно. Инвентарь полный. Д.
Это сюда можно. Это сюда. Это сюда. Так, что здесь надо отремонтировать? На это что надо? Это нету. Да, это. Я ремонтирую. Тут нужна, веревка, небось, нужна. Да. Давай. Ремонтируй. Здесь. Это у меня нету. Это у меня нету. Надо будет нашибать где-то листьев. И это я ремонтирую. Одевайся. Обувайся, вернее. Так, что мне не надо отсюда? Вот это вот можно скинуть. Я еще успею сожрать эту рыбу, чтобы не сдохнуть от отравления. Вроде успею. А, нет, слегка меня... Ой, но все равно листика нет у меня. Спи как есть, а что ж делать? Может, тебя попустят? Нет, не попускают пока. И опять дождь пошел. Ну, хоть воды попью. Надо за листьями сходить. Там же вроде уже выросли. Не помню, я их подбирал или нет. Что-то мне кажется, я их оставлял. Ему надо сделать один бандаж, да, и один с ромашкой. Ну, там все должно быть. И как раз три листочка есть. И можно будет восстановить здоровье, я надеюсь. Этот один, по-моему. И ромашка. И растопка. Да? Firestarter. Стартера не хватает. Да им уже со стартером, что без. Что там у меня? Угу, бандаж и... Это раз. И ромашка два. Так. И теперь я могу это вылечить. Эх, хорошо, да, пошло. И это тоже. Вот. Постой возле огня. Жрать тебе не надо? Не надо. Пить не надо. Пожрать, кстати, что-нибудь можно было бы, если было что пожрать. Нет у меня тут кокосика случайно. Там не завалялось, нет? Не похоже. Во, я иду спать. Срочно. Опять дождь. Ну ладно.
уже получше. А тут кокосы не появились? Нет. Не с моим счастьем. А черепахи там какие-нибудь? Какие-нибудь. Ой, дождь перестал сейчас. Перестанет. Хорошо. Так надо ж... Он же ж поспит недолго, и все. Он же ж... Я так понял, что когда ниже 60 падает, он перестает регениться. Она вот так вот отрегенится, если я правильно понял. И все. Надо сначала пожрать чего-то. Нет, не так. А мне кажется, так. Но все равно что-то пожрать-то все равно надо что-то добыть. Не сейчас, так потом. При запуске. А мне кажется, что если, например, 90 еды, так он больше здоровья восстановит. А если 65, так меньше. Что-то мне так кажется. Ну, может, я ошибаюсь. Ну, все равно. Ну что такое? Ну что? И тут уже столько времени прошло. А тут никто не появился. Кабанов, небось, полон лес опять. Только сунься. А здесь? Ну да, конечно. Ну такой кокос, ладно, я тоже сорву. Так и быть, вы говорили. Ну, можно пойти попробовать курочку подстрелить. Но что-то тут я и курочек уже не вижу. Куда-то они слиняли. Я же их вроде не бил всех. Я их вообще, по-моему, не бил. Может, одну какую-нибудь. Это утро или вечер вообще? А, это вечер. Курочки пошли спать, наверное, уже. Цып-цып-цып-цып-цып. Ох-хо-хо. А что ж ты будешь жрать, друг мой? Ну, иди домой, спи тогда. Заодно и проверим теорию. 65. FPS как-то как будто бы просел. Не? Не, видишь, я сон добавляю.
А она не добавляется. Это, наверное, потому что... Это из-за здоровья. Вроде бы так замечал. Видишь, как только станет 60, здоровье перестает добавляться. Ну, короче, мне так кажется. Вот 6 часов и все. Вот, 59. И все. А если сейчас? Видишь? Даже если я съем чего-то. Ну нет, ну сейчас понятно, что она не стала бы добавляться. Поспать два раза, надо что-то поесть, чтобы поспать два раза. Не-не-не, он спит, ему во сне он хочет жрать опять. И все, и перестает восстанавливаться здоровье. Так, это что опять? Я что поспал? А, это сейчас будет утро, да? Хорошо. Я вот это выпью, каплю воды. Там нету никаких крабиков. Никого не видать. Ладно, пойдем попробуем нырнуть. Все-таки здоровье есть пока. Еда есть, вода есть. Давай, давай, поворачивай. Вот здесь где-то, да, возле этих камней. Я сейчас проверю. Кстати, по поводу пищи, которую я так искал. Ну-ка, идите сюда, рыбы мои, дорогие. Золотые буквально. Чпок. Чпок. А ты где? Ну вот. Проблема с пожрать решена теперь. Там две рыбы мне хватит вполне. Здесь коралл или где-то дальше? Вот это красное, это же не коралл, это же водоросли вроде. Ладно, сейчас я тут повыкидываю, в смысле не повыкидываю, конечно, а поперекладываю в рюкзак рыбку, воду. Ну, кокос, я думаю, под водой мне тоже не понадобится. Мне это-то не понадобится, надо уже девать некуда. Я ныряю. Опа. О, тут не видно ни шиша. Это что такое? Это водоросли, да? Это вообще ничего. А это? О, кораллы. Все. Один есть. Надо теперь подышать только. Еще был.
где-то здесь был. Во. Во-во-во-во-во-во-во. Опа. И вот еще. Опа. Так, не жадничаем. Что-то плохо заканчивается всегда. И не забываем про выносливость. Кстати. Ну, еще разок, наверное, можно. Да, я тоже. Это, правда, не всегда помогает. Так. О, о, смотрите, вот один. Вот еще один. И все. И все. И на плот. И на плот. Вот он мой плот. Я не забыл даже нажать В. И хилки добыли, и еду добыли. Так. Ну-ка, ну-ка. Ладно, можно еще немножко поиграть, раз такое дело. Сейчас попробуем. Да, все намного, все оказывается просто. И рыба, и кораллы прямо под носом. Но тоже надо знать, что такое дара. А, ну да, а плавники-то надо варить, а варить-то надо в горшке. А горшок так надо глина. А чтоб глина нужна еще печка. Так что все оно то рядом, но все равно ты ничего не сделаешь вначале, пока глину не добудешь. Так что не все не так просто, как хотелось бы, как всегда, как обычно и бывает. Давай. Опа. Чего тут можно забрать? Кокос я заберу, рыбку заберу. Ну а что еще нужно мне для полного счастья? Стрелы пусть лежат, это пусть лежит. Ну да, книжку, кстати. Там можно что-то там можно больше переносить, что ли? Я ни одной, кстати, не прочел. Все некогда. Некогда. Все некогда и некогда. А, так она что, времени... Она не тратит ничего, да? А я думал, что если книжку читать, так оно будет... Ну, время что пройдет, правильно? Тут 20 часов на чтение. Но ничего не отнимается. Нет, ну время тратит. Я имею в виду здесь, а смотри, вот я на книжку навожу, и ничего не отнимается здесь. Ну-ка я попробую. А, не-не-не-не-не-не-не-не, подожди. Нет, Цурюк, не надо. Все, я понял. Не, не надо. Я с книжкой я потом. С книжкой я потом. Лежи здесь пока. Палочки у меня есть. Надо вот эту штуку починить, да? Как ее починить? Нужна какая палка? Короткая или длинная? Короткая. О, хорошо-то как. Так, теперь. Вот. Плавник. Раз. Добрый вечер, Андрей. Плавник раз. Где-то еще должны были быть. Еще тут вот целая куча. И их надо сварить, насколько я понимаю. Да? Но сначала надо костер разжечь. Без трута. Или без трута. О. Так.
Ну что, сначала... Это я могу сделать? А почему... А где вода? Стоп. А. Ну, блин, вот и так, спокойно. Как это добавляется? Где этот хвостик? Вот он. Морская соль мне не нужна. Ну. Что-то мне повылазило. А, все, я понял. Water tank, да, все. Да. Хорошо. Сколько здесь? 30? Ух. Ну вот так пусть будет, да? Крафтинг. Так. Две. До начала. Блин, полный инвентарь. Ну что ты будешь делать? Что-то еще. Давай, а то сейчас костер уже погаснет. Наверное. Один, два. Я делаю. Опа. Так. Есть у меня вареная. И теперь открылось что? Вот. Два коралла, один плавник. Получается лекарство. За 4 часа 12 минут. 38 здоровья. Так, стоп, так это надо на руках делать или как сейчас? Или в костре тоже? Ага, сейчас. Химический верстак, я понял. Где яд? Где яд? Ой, я приму яд, я не понимаю. Не могу. Химический верстак. Ладно, я рыбку тогда пожарю. Лучше. А, рыбку, да. Рыбку надо сначала выпотрошить. Да я помню уже, я помню. Нож поломался. Ой, нож поломался, нож. А камень у меня есть? У меня нет камня? Серьезно? Так, ладно, все. Сколько есть, столько и пожарю. Вон три кусочка. Все, шляпа моя развалилась. Вода у меня есть. Ага, сейчас я еще добуду вот это дело. Не, ну нормально, чего. Сейчас я еще нажрусь, напьюсь. Вот так. До рыбки еще. Вот так вот. Блин, маловато будет. Надо было не пить, вот дебил. Ну ладно. Немножко поправим здоровье сейчас. Раз. А теперь еще рыбки. Опа! И опять баиньки. Опа! Вот. Но это другое дело. И скорпион пришел в гости. Привет. Идем со мной. У меня тут коллекция скорпионов. Вот они. Так, ну теперь все. Продолжим играться дальше. В другой раз. Не знаю, как там сегодня насчет Вальхейма. Ну, фонтан этот пока еще никак демку невозможно пройти. Что же будет в полной игре, интересно. Ладно. Все очень было хорошо. Спасибо. Пока.